Хотя бы хоть что-нибудь. Тысяча мертвых душ должны быть уничтожены ради спасения одной живой. Терпи, терпи, еще чуть-чуть осталось. Я понимаю, нельзя брать с собой ни еды, ни брони, ничего, ни оружия. Почему столько правил? Правила ухудшаются. Правила стоят более жесткие. А все. Все это я делаю для того, чтобы вернуть Викторию и братца моего. Для того, чтобы они рассоединились. И стали наконец-то отдельными персонажами. Да. Хорошо, хоть ты есть. А то Викторио Фредик до сих пор там сидит. Ладно, еще чуть осталось. Давай, погнали. Так. Вот оно, походу, я на месте уже. Я не знаю, как все это провернуть, как все правильно сделать. Мне только указали путь, куда надо идти. Тысячу мертвых душ. Тысячу мертвых. Еще эй, это надо ты, рассидеть. Конь! Ведьма? Что-то ты долго и шел, ты знаешь? А что ты тут делаешь? Давай-ка быстро ко мне. Ведьма, что ты здесь делаешь? Тебя жду. Вот мне больше заняться нечем. Ух, чтоб иди тебя! Сюда. Так. Итак, наконец-то ты добрался. Спустя я уже не знаю сколько. Я потеряла очень много времени, так что ты мой должник. Смотри. А если я сейчас разорву тебе немножко глотки? А если я тебя сейчас сломаю пополам прямо здесь? А? Ладно. Ты общался с духом? Да. Я общалась с духом, вот представляешь? И решила тебе помочь. Да. И что ж ты такое решила-то, а? Видишь, сколько? Это все мои должники. Такие, должники? Как ты. Ну, или почти такие, как ты. То есть, в каком смысле, как я? Да. Я не должник. Смотри. Тебе, я тебе ничего не должен, фаршивая ты ведьма. Это мы еще посмотрим. И чё ты такой постоянно сердитый, злой, недовольный? Тебе что, настолько все плохо? Потому что почему такие правила? Почему нельзя ничего с собой брать? Я голодный. Так, тишина. Голодный шоу вампир. Начинается. Что шоу, что? Так, дамы и господа, разрешите вам представить... Больше, не знаю, может меньше тысячи, а может больше тысячи. Ни в чем не повинных душ, которые добровольно согласились отдать себя в жертву ради спасения одной. Итак, что, приступим. Да не видно, что это добровольцы вообще. Но я не Итак, настолько кровожадный, ты чего? Ты готов? К чему? Тебе не придется почти ничего делать. Я не буду их убивать, ты что? Итак, приступим, дамы и господа. Вот, прошу, пошел. И ты пошел, давайте, все туда. Что заходи ты? Быстрее, давай. Давай, давайте, ребятки, работаем, нет, 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 работаем. Нет, нет, я нет, нет, ты что делаешь? Нет, нет, люди, да, люди! Да. Нету людей. Стоп тебя! Что ж ты наделала? Нет! Был уговор. Идите отсюда! Тысячу мертвых душ. Тысячу мертвых душ. Что вы хотите от меня? Почему они так за мной бегут? Я же тоже тебе вампир. Тебе нравится? Мне вообще это не нравится. Нет, посмотри, нет. Что ты делаешь? Ты убиваешь кучу людей невинных. Ничего подобного. Нет, ты так. Что здесь происходит вообще? Что? Нет, 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 вот нет, нет, нет! Люди, держитесь, держитесь! Ты же хотел тысячу мертвых душ. Получи тысячу мертвых душ. В виде вампиров. Вы же почти не живые. Что здесь происходит? Что ж ты такая кровожадная? Где ты такого научилась? У кого ты это взяла такое? У тебя почти все. Ну, такое. А итак. Чё они за мной так бегут? Это ещё не всё. Потому что видно, ты очень вкусный. Даже как я вкусный? Я древний, почти древний вампир. Очень сильный, очень дерзкий.
Ну, не знаю, насколько... Иди сюда лучше ко мне. Нет. Пока они там себе разбираются, не мешай им. Это же еще не все, дамы и господа. Это только начало представления. Вторая половина будет не менее интересной. Да. Что? Что ты хочешь? Ты уже и так убила 1000 людей! 1000 невинных! И это были не люди, а мои должники. Должники. Так. А ну-ка примерь на себя, подойдут. Мне просто нужно одному приятелю дать. Он где-то таких размеров, как ты. А, ну ладно. Думаю, подойдет, не подойдет. Вот мечик. Мы увидимся. О, какой меч! Я сейчас, ты что? О! О, смотри, а ты видишь то, что вижу я? Смотри что? Туда. А, что нового тебя? Бойца! Дамы и господа! Нет. Ему нет. Предстоит просто выстоять против 1000 таких, как он, и остаться в живых. Итак, приступим. А, чтоб вас! Так. Так, прием. Ты я ж тебя, если найду! Вот так, о! Самое то. Я в тебя верю, давай. Справляйся. 1000 мертвых против меня. Отлично ты придумала, ведьма. Куда может быть лучше? Да. Я бы тебе помогла, но не могу. Потому что не хочу. Так что извини. Да нормально, давай, нормально. Ты справишься. Я справлюсь. Давай. Надеюсь. Я в тебя верю. Я на тебя поставила, так что давай, не подведи меня. 1000 вампиров. Не хочу проиграть своих котел. Может, я и не выживу, зато не выпущу на волю 1000 вампиров. Потому может, что к свету будет конец. Ставки, а, что как ты делаешь? Так? А, что, я ничего не вижу. А, нет, о, нет, это не плохо. Это очень плохо. Это очень плохо, 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 совсем плохо. Так. Давай. Уже рука болит. Еще немножко. Да. Давай, 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 давай. Может, это немножко. Да. Вот так. Давайте, чтобы вот так прям повалили. О! А, ребятки, а, не топи, проходим. Давай, 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 давай. Ведьма, да. Я ж тебя порву! Я ж тебя найду. Ты справишься. 1000 человек. Я надеюсь, да, братец и Виктория, вы стоите этого. Да. А, давайте. А давай сюда, вот так. А, нет, 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 нет. Вот это нехорошо. Вот нехорошо. Это вот нехорошо. А, давай. Давай, 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 давай. Я ничего не вижу, просто рука работает на автомате. Так, плохие дела. Все, дела, давай. Давай, 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 давай. Ну как? Стоп вас. Справляешься? Да, наверное. О, я же говорил, я в тебя верю. Ну. Сколько же и здесь, я же буду целую вечность. А, что? Что у вас? А, нет! Нет! Что я надел? Нет! Нет! Сюда, сюда, на эту сторону! Быстро! А, быстро, 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 быстро! Давай, 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 давай! 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 Побеждай! Не так уж и много осталось. Еще, может, человек 500. Да чтоб тебя! Это ж. Давай, 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 давай! А ты упертый, ты знаешь? Нет, нет, нет! Это ты мне сюда заманила! Что ты наделала? Я сейчас, я не выживу здесь! Давай, давай! Да ты чё, ты выживешь, где ты денешься? Давай, так, все мои навыки за тысячи и тысячи лет! Или сотни, не помню уже сколько мне! Или 20, или 30. Давай, все навыки. Тебе мог бы, конечно, для красоты и больше постараться, ну. Бить в сердце. Давай, 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 давай. Бить в сердце. Бить в сердце. Так. Бить в сердце. Ты сможешь, давай, 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 давай. Ты сможешь. Так. 1000 вампиров. Против одного. Я справлюсь, я должен справиться. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Не-не-не-не-не! Какая темнота, ты о чем? Так, вот. Какая темнота. Нормально, нормально, я справляюсь. Наступаю, я справляюсь. Ярик, Ярик. Нормально, я справлюсь, я справлюсь, давай, давай. Я ничего не вижу. Так, так, полжизни, полжизни, нормально, нормально, я справлюсь. Справлюсь, я справлюсь, я справлюсь, я справлюсь. Я вас всех уничтожу. Вы никогда не выйдете отсюда. Давай, давай, давай. О, давай. Давай. Молодец. Дерзкий. Ну, почти все. Почти осталось двое. Ты еще не всех истребил. Так что прошу, вперед. Что, устал?
Устал? Эх ты, ведьма! Я не просто устал! Я не чувствую ничего! Иди отсюда! Смотри, еще один. Еще один. Получ... Давай, куда ты побежал? Браво! Ты победил всех! Поздравляю! Ты устал? Я устал. Я надеюсь, ты издеваешься. Или же я сейчас этим мечом прорублю тебе эту голову. Ну конечно, ну конечно. Я ж тебе. А если я стану огромным злым духом? Не-не-не-не-не, ты так нет. Укушу тебя. Нет, все, все, я понял. Так что ты лучше будь добролюб, такой доброжелательной бабкой, так что не зли меня. Итак. Я это сделал. Ты справился с заданием. Да, я справился против тысячи. Да. Давай. Против тысячи. Ну же. Выполняй. Ну, подожди, мне нужно потянуть интригу, чтобы зритель был довольный. Ты что думал, это просто так тебе? Для начала мы сделаем...